Знают масленичные традиции и любители чтения. В библиотеке филиале номер 23 в рамках фестиваля культур был осуществлен творческий проект «Широкая масленица». Ученики 7-й школы рассказали о замечательной древней традиции русского народа в конце зимы устраивать праздник масленичной недели. За полтора месяца ребята собрали богатейший материал о каждом дне праздничной недели, о забавах и развлечениях, частушки и песни о масленице. Завершился проект семейным, шумным и задорным праздником. Душой его стал фольклорный коллектив «Добрые молодцы» и «Красные девицы», порадовавший всех собравшихся звонкими песнями и старинными играми. Результатом работы школьников стала книжка-раскладушка «Широкая масленица» из материалов, собранных ребятами и их рисунков.